А вдруг они меня тоже убьют? Я буду делать вид, что я карточку разбираю. Суки, смотри, они что делают, они стоят. Да за шо руина-то? Что я сделал-то? Здорово, народ, вы на канале Арти, у нас новая игра, снова новая для моего канала, это Among Us. Я все-таки до нее дошел, давно-давно хотел в нее поиграть, но как-то мне, ну, не было компании, что ли, не мог я собрать людей в эту игру. И почему-то переживал, что не смогу сыграться со своими зрителями в эту игру. Но в итоге мы поиграли. Нарезка будет со стрима сейчас в видео. Блин, это было очень круто и очень весело. Поэтому большое спасибо моим зрителям, кто поучаствовал. Надеюсь, стримов по Among Us будет больше. А вы, в свою очередь, поставите лайкусик, напишите комментарий, как вам нравится игра, не нравится. И мы продолжим ее снимать дальше. Убивай. Мы тут все погнали первый раз. Романыч АФК стоит. Куда я бегу? А, мне в управление надо. Блин, вот welcome hater или user hater. Мне кажется, welcome hater. Испытание с карточкой, погнали. Ай, как ввести? Меня сейчас зарежет welcome, чекайте. Я не могу, я не знаю, как ее сделать. О, изичевая карточка. Планти, планти, спаси меня. Вот он просто за мной бег. Нет, нет, нет. Я пошел в электро. Я пошел в электро. Уф. Кого-то завалили сразу. Жирони. Я пошел, но так. Я не видел, кто выбегал. Там кто-то выбегал. Я обратил внимание. А почему ты, блядь, ржешь, я не пойму. Потому что Арти был там, где карточку проводить. Да, я опять боролся с этой карточкой, я ее сделал все-таки. Смотри, теперь у справа, где управление. Я вместе с Арти был, потом побежал выполнять квест, нашел труп. Так. Кто-то выбежал, выбегал. Хз кто? Я, возможно, могу сказать, кто выбегал, где именно? На метеоритах? Вверху справа. Там вверху справа две комнаты. Сверху? В самом углу. Ну то там, короче, такое кресло типа стоит, да? Я не это сам не знаю. Но короче, они что-то мутят. И welcome, когда беседует, он ржет, жучило. Он ржет. Так он не может сдержать эмоции, блядь. Сразу из столов? Ну сейчас скипаем пока, да. Но тогда что, я так понимаю, за секретом надо посмотреть. Да и welcome что-то мне не понравилось, как объяснялся. Ржет он, блин, там. Это мне не понравилось. Так, короче, я подозреваю, что это welcome. Ну, так он... И за мной, смотри, не, я в другую сторону пойду. Он за мной бегает теперь. Так, ладно, там все были, я за всеми побегу. Welcome, отстань. Хейтер. Рома. Блять, тут Рома может быть хейтером. Почему он... Блин, ну тут меня сейчас казнят, я вам говорю. Как лолик тут, она все будет видеть. Welcome просто стоит, чекайте. Он не сделал задание, блин. Я же говорил, блин. Это Романыч. Потому что это в щитовой два тела прям лежит. И он оттуда выбегал. Ну все, сейчас посмотрим, как они... Они такие хитрые жучилы. Почему ты говоришь, что ты в предыдущем раунде была в связи? Хотя я был в связи, и тебя там не было. Да-да-да, это по-любому она убила. Меня казнили, убили, представляешь? Блин, ты сиди, смотри, делал. Блядь. В электричестве, но там никого не видела. Я оттуда уже убежала, видимо, до того момента, как там произошло это кровавое побоище. Я убежала налево в реактор. А почему ты из дырки вылезла тогда? Мне показалось. Нет, мне не показалось. Я стоял на камерах, и она вылазит, короче, из вентиляции, прямо там, которая на камерах. То есть она слегка приняла. Не понимаю. Да, такая штука. Я сейчас посмотрел на камерах, там нет вентиляции, которые можно было бы чекнуть по камерам. Ну, где я на камерах стою, хотя там никакого нет. Просто побегал, посмотрел, может там кого-то убил. Ну, да, возможно, да. Это был ты. Да, там же все ходят. Рядом с вентиляцией. С этот... Победа. Рома. Изи.
Ну, Романыч заруинил, конечно. Зачем побежали туда? Надо было через вентиляцию. Алина меня убила, вообще жесть. Я за тобой спрятаться пришел. Убегая от Ромыча. А как роль в снайпе поставить? Типа минт там? Ух, чат. Ух, я предатель. Я пошел типа делать а-ля квесты. Главное не обосраться. Главное не обосраться. Блять, меня походу дело спалили. Где вот нашли? Вот так, ну это не Арти. Наконец-то Welcome за меня сыграл. Где труп? А я не знаю, где труп, скажите, нашли. Да, давайте я скажу. В общем, я его нашла, где происходит сверху проход к... где горел саботаж коммуникационного центра. О, господи, это сложно. Внизу это справа. Внизу справа. Я не понял. Подожди, мы сейчас толпой были все справа. А кто еще с нами был? Кроме тебя, меня, там еще два человека. Я вот я выбежал только что. Я там был. Желтый. А подожди, желтый с нами был. Кто еще? Ну вот я сейчас был справа в управлении. Или как она называется, комната? Да, ничего не понятно. Вот да, вы уверены, что это не Арти? Потому что я когда прибежала в управление, он оттуда убегал вниз. И вы говорите, что вы все справа, значит, он тоже был справа, а я потом побежала. Ну, он прибежал, он направо, прибежал вправо, и... снизу. Нет, там кто-то... Ну, а там труп. И еще я видела, там стоял Вермак. Вот, давайте тогда Арти. Прямо около трупа. Да за что, Арти? Арти, я Арти справа был. Он с самой стартовой точки пошел со мной направо. Все это время он на виду был. Я рядом с Велковым, я с Розовым бегал рядом. Ну, я же его видела, мы пересекали с ним в управлении. Ничего ты со мной рядом не бегал. Давайте сперва красного. Нет. Так, раз, а я красного даже не видел. Я вот розовый видел, а потом справа просто толпа большая была. Я там всех, наверное, видел, кроме красного. Не надо меня. Но красного я в целом не видел, я не знаю даже где. Ребят, кого сейчас все думают? Ну, в ком все не уверены? В Арте? В Арте. Так, может, кто-то с ним-нибудь подлегал, типа, и мы потом ну, давай посмотрим? Я бы побегал за красным, посмотрел. Но смотрите сами. Так, мне нужно, знаете куда? Мне нужно в управление, типа, прочекать. Блять, не туда бегу. А вдруг они меня тоже убьют? Я буду делать вид, что я карточку разбираю. Суки, смотри, они что делают? Они стоят. Да за что руина-то? Что я сделал-то? Ну я пойду в электро типа делать. Сейчас саботаж будем мутить. Так. А как сделать? Как сделать? Вермак, давай просто... Ну, так, я знаю, что это не Романыч. Знаешь, я, Арти и Планти были вместе. Я в другую сторону. Но вы сейчас от меня отделились. Я потерял Арти. Но сейчас был саботаж, мы с Романычем пошли на саботаж. Я вот с Сим стоял, допустим. В этой, в комнате, как она? Ну, картой, да, да, да. Труп так... Кто-то что-то говорил про вермитаж. Вы хотите узнать, где труп? Труп. Узнать, где труп? Я хочу узнать, где труп, да. Я тоже хочу знать. Вот смотри, Арти, ты стоял со мной сейчас в электричестве, правильно? Я стоял сейчас с Романом. Роман, нет, с синим. Ты, ну не сейчас. А, до этого, да, 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 да. Ты стоял со мной в электричестве, я делал квест, ты тоже делал квест, как да. бы, якобы. Но я не знаю, я не утверждаю, что это ты. Ты просто смотри, загорелся саботаж, я сделал квест, смотрю, тебя нет. Я побежал в ту сторону, где горит О2. И получается, в коридоре, который ведет именно к этому О2, и лежит труп. Но это инфа тогда еще от Романыча. Пусть Романыч говорит, потому что я с ним бежал. Ну и что делать? А кто последний перебежал? Куда, куда? Ну, вот два. Мы вообще вдвоем прям стали впритык сразу. Мы вместе бегали. Я с Ромой вместе.
Я вообще не ориентируюсь, но я вот прибежал в комнату, где это? Ну, сверху, снизу. Да, чуть ниже столовой, которая. Ну, я понимаю, но ты прибежал туда, сверху или снизу? Снизу. А Плэнти кто-нибудь видел, что делать? Мне кажется, вот он уже второй или третий раунд душит. Я за Ведьмака. Потому что его должен был Жеронима опекать. Романыч меня душит. Рома, ты что за меня голосуешь, если я рядом с тобой стоял? А труп в другом месте был. Все понятно. Мы делаем квесты. Блин, welcome надо как-то снять с меня, чат. Блин, я его хотел сейчас приговорить, типа, лол. Как это делать? Блин, они все, ты спалился. Но я еще не спалился вроде как. Я еще вроде бы как не спалился. Опа, смотри, полосочка идет. Я такой бамс-бамс, квест сделал. Отсюда кто-нибудь побежит, интересно. Они тогда чинят, блин. Давай, полосочка, двигайся, ё-моё. Ну, это, короче, столовая. Вы мне не дали задание завершить. Это... Я не могу с этой карточкой разобраться. Я в столовой стоял сейчас. Где труп нашли? Столовой. А столовая это где? Это где мы... В центре, это где начинаем. Да. Я секретом, на самом деле, бежал от медицинского центра, и там перед нами дверь закрылась. Кто не следил за Вермаком? Вот, а Вермак впереди убежал. Кто ты? Юза, я говорю. Да, коричневый, это коричневый. Но я Вермака не видел. Я типа квесты делал. О2. Я не знаю, саморепорт это такое себе. Хз, это просто странно. Это просто странно, если он типа... Ну вот этот предатель, типа, зачем ему саморепорт делать? Я не знаю. Я не знаю. Двойная игра. Чего вы все скипаете? Я ничего не успел нажать, кстати. Бегайте, давай. А кто за Вермаком бегал? Почему его отпускают? Давайте я буду бегать и еще кто-нибудь. Ну я не знаю, типа как, или как, или вчетвером. Они все сейчас за мной будут бегать, лол. Мне нужно, чтобы Вермак кого-то кокнул. Мне нужно, чтобы... Я даже не знаю, где квесты, понимаете? Я даже не знаю, где квесты делать. Почему у меня саботаж не юзнулся? Смена, это не Вермак. А за ним бегали в итоге? Я сейчас в столовой был. Вермака был, похоже, была возможность убить меня. Вот. А где? Подожди, где? Ребят, можно я хоть скажу, где труп нашел? Да, я вот три раза спросил, давайте хотя бы где труп. Он выше щитов. То есть мы откуда с тобой бежали, я побежал так делать квест в щиты и... А щиты это в какой стороне? Я пока не ориентируюсь. Справа внизу. Я побежал наверх в столовую. Я был слева с Вермаком. Я потом с щиты побежал квест сделать, потом поднимаюсь вверх, там труп. Окей, все говорят, Алина молчит. А где белый был? Кто-нибудь видел? Она с нами была. Да, белый. Вы же говорите, вдвоем бегали. Нет, смотри, ну она была не изначально с нами. Я встретился с Вермаком, я был с ним очень долгое время. Потом подбежал розовый, то есть, и потом... Подбежала Алина. Ну, забавно. И вот я по этому пути бегала, но я не предатель, я делала задание. Мне кажется, это Кеклолики, Роман. Не-не-не, это ну вот, Романыч, кстати, знаешь, мы что? Только что говорили про саморепорт, и типа, Романыч в той стороне бегает, я в столовой стоял сейчас. Ну, не знаю, я за Романыча. В смысле?
Ну, типа, просто странно, мы в той стороне вместе бегали, в итоге я в столовой, и ты справа говоришь, внизу нашел труп. А если они все втроем были слева? Щит делать квест, смотрю, ты в кислороде начал делать, я пошел вниз, сделал. Он сейчас пишет, типа, в чат, то, что это Алина и фасотка, это он так и окрасняет, или... Ну вот, видишь, непонятно, я Алину вообще не видел, а Романыч был справа. Ну ладно, пакеты, парни. Я, короче, звук добавлю на этот. Ля ты крыса. А в медпункте же есть квесты, да? Они же, блядь, скоро квест уже доделают. Я хочу Велкома убить. Но они уже вместе не бегают, понимаете? Это уже должна быть легчайшая, по идее. Мне бы его только найти. Куда он мог побежать-то, блядь? Блядь, они где-то квесты делают. Понравилась ваша логика, то есть бегай за Вермаком. Я за ним бегал, меня убили, и все об этом просто забыли. Я был не Вермак, как бы он это заметил. Я специально об этом сказал. Я думаю, что сказали, что я за ним бегаю. Я слышала об этом. Ты сказал то, что... Ну, я услышала, что ты сказал, что я за ним не бегу, я от него убежал, отстал, поэтому я подумала, что тебя кто-то другой убил. А, ну, блин. Если бы не Вермак, он бы увидел, что меня убили. Потому что я за ним ходил. Понятно, понятно, ребят, все. Романыч, бедняга, блядь. Я, говорит, просто нашел его там.